шалить. Говорит, что если нормально идет. За ними черная равнина, потом снова горы, и вот там какие-то горы, прям они прям белые-белые, сливаются почти с небом. Это вот что, это еще Грузия или уже нет? Это как раз и спрашивал про то, что я думал на лыжах, я хотел спросить, а как они поднимаются, если следов нет. Ну вон я вижу под нами лыжник. Они поднимаются, лыжники